Привет всем! Друг с ВК скинул мне на ленту. Дали его текст. Друзья, даю молитвы, вдохновленные Святым Духом, которые записаны в разных посланиях в Новом Завете. Здесь апостол Павел молится за христиан о получении духовных благословений. Есть огромное количество свидетельств, когда люди брали эти молитвы и начинали ими молиться за себя, друзей, родственников. Происходили невероятные изменения, причем очень быстро. При молитве все местоимения «вас», «вам» и так далее заменяем на «мне», «я», если молимся за себя, или подставляем имена родных, близких, друзей, если молимся за кого-то еще. Это то, что я нашел в Писании. Возможно, кто-то дополнит. Текст Писания указан в переводе с еврейского. Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. «Да будет превознесен Господь, Отец моего Господа, Мессии Иисуса, который в Мессии благословил меня всяким духовным благословением в небесах. В Мессии Он избрал меня любовью прежде сотворения вселенной, чтобы я был свят и непорочен в Его присутствии. Ты предопределил, согласно своему желанию и замыслу, что через Мессию Иисуса я стану твоим сыном, и я восхваляю тебя в ответ на славную благодать, которую ты дал мне через возлюбленного Христа. В союзе с Ним, благодаря тому, что Он пролил свою кровь, я спасен, мои грехи прощены, в полном согласии с богатством благодати, в избытке дарованной мне». Ефесянам 1:16-20. «Прошу Бога нашего Господа Мессии Иисуса, прославленного Отца, даровать мне дух мудрости и откровения, чтобы я познал Твою глубину. Я молю, чтобы Ты просветил взор моего сердца, чтобы я мог понять, для какой надежды Ты призвал меня, какое богатство славы присутствует в том наследии, которое Ты обещал своему народу, и как безмерно велико Твое могущество, действующее во мне, верующего в Тебя. Оно действует той же великой силой, которой Ты воскресил Мессию из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах». Ефесянам 3:16-19. «Я молюсь, чтобы Ты из богатства Своей славы наделил меня внутренней силой посредством Своего Духа, чтобы Мессия мог жить в моем сердце на основании моей веры в Тебя. Я также молюсь о том, чтобы мне укорениться и утвердиться в любви, чтобы вместе со всем святым Божьим народом я получил силу постигнуть широту, длину, высоту и глубину любви Мессии, познать ее, хотя она превосходит всякое познание, и таким образом наполнится всей полнотой Бога». 1 Фессалоникийцам 5:23. «Господь, сделай меня святым во всей полноте. Пусть мой дух, душа и тело в полной мере сохранятся непорочными. Приходу нашего Господа Иисуса Христа, призвавший меня, верен, и Он исполнит все это». 2 Фессалоникийцам 1:11-12. «Я молю, чтобы Бог мой сделал меня достойным своего призвания и осуществил своей силой все мои добрые намерения и всякое дело, происходящее из веры, чтобы имя моего Господа Иисуса прославилось во мне, а я в нем. По благодати моего Бога и Господа Мессии Иисуса». Филиппийцам 1:9-10. «И вот о чем я молюсь, чтобы моя любовь все больше и больше возрастала в полноте познания и глубине проницательности, чтобы я мог распознать лучшее и таким образом был чист и неповинен в день Мессии, наполненный плодами праведности, приходящими через Мессию Иисуса, чтобы Бог был прославлен и превознесен». Колоссянам 1:9-13. «Прошу Бога наполнить меня познанием Его воли во всей мудрости и понимании, приходящих от Духа Святого, чтобы я мог жить достойно Господа, во всем угождая Ему, принося плод во всяком хорошем деле и умножая познание Бога. Я молю, чтобы мне постоянно укрепляться всякой силой, исходящей от Его славы и могущества, благодаря которой я смогу быть стойким и терпеливым в любых обстоятельствах. С радостью благодаря Тебя, Отец, за то, что Ты сделал меня достойным разделить с Твоим народом наследство в свете. Ты избавил меня от господства тьмы и ввел в царство своего любимого Сына. Аминь». Всем Божьих благословений! Все, кто будет молиться,
да принесет всем благодать, и все, что они просят, да получат. Аминь.